Компания Hyundai после 3 лет невероятных мук инженеров и конструкторов выпустила наконец-то серийную версию хэтчбека Hyundai Veloster Turbo S-Pack. Впервые машина была показана публике еще в 2012 году. Через год ее представили в Лос-Анджелесе как предсерийный вариант, который должен был поступить в продажу весной этого года. Однако возникли какие-то проблемы, и горячий хэтчбэк корейцы представили только сейчас как модель 2015 года. Внешний Turbo S-Pack отличается от Turbo 2013 года только дополнительным аэродинамическим обвесом кузова в виде переднего спортивного сплиттера с красной полосой и боковых юбок. В салоне машины изменился рычаг переключения передач. Сиденья получили комбинированного цвета красный с черным кожзаменитель, а на полу расстелены фирменные коврики с вышивкой S-Pack. Двигатель на модели 2015 года остался прежним, турбовый, 1,6 литра мощностью 204 лошадиной силы, работающий в паре с 6-скоростной механикой. Кроме того, для повышения динамических характеристик в быстрых виражах инженеры Hyundai снабдили машину системой распределения крутящего момента. До 100 км в час, согласно заводским данным, горячий хэтчбэк разгоняется за 6,8 секунды, а максимальная скорость машины составляет 250 км в час, что в общем-то не дурно. Главными конкурентами Hyundai будут Volkswagen Golf GTI и Ford Focus ST. Однако, учитывая, что цена у них начинается с 24 тысяч долларов, а у Hyundai с 23 тысяч долларов, трудно поверить, что кто-то из поклонников горячих хэтчбэков соблазнится с желанием сэкономить $1000 и купить Hyundai. Ну, во-первых, у Volkswagen и Ford репутация гораздо выше, чем у Hyundai. Ну и во-вторых, на вторичном рынке машин Hyundai теряет в цене на $10 тысяч больше, чем Volkswagen или Ford.